настрой был запредельный. Именно тем более перед своими болельщиками реабилитироваться за прошедший выезд, поэтому все нормально. Игра, в принципе, была под нашим контролем. Мы имели очень много моментов, не забили. И как бы под концовку чуть-чуть осложнили себе сами игру. А так, в принципе, заслуженно победили. Мы немножко поговорили с ребятами и решили то, что каждый должен заниматься своим делом. И кто-то создавать моменты, кто-то обороняться, там, ловить мячи. Поэтому в большинстве случаев я сегодня играл именно нападающего. Сегодня молодцы, играли очень хорошо. Анри наконец забил. Сколько можно моментов пропустить, не знаю, но сегодня он сконцентрировался. У него левая пушка очень такая естественная у нас на базе. Он забивает очень много раз, и поэтому я не удивлен, что он сегодня забил. После провальной игры в Новосибирске, я думаю, дома уже играли совсем в другую игру. Плюс я скажу, что там приехал Младенко, Чилан, на самом деле его очень сильно не хватало. Как бы он все наладил в центре, и в принципе у нас проблем не было. Немного волнительно, еще такая игра пошла 1-0, вот, не удалось забить пенальти, вот, и немного как бы такая была нервозная концовка немножечко. Вот. Такая команда цепкая, они больше уделяют внимание обороне, поэтому, можно сказать, со всеми командами, которые играют именно от обороны, тяжело, поэтому для меня это не ново. Потом моменты были, и мог забить даже, вот, поэтому то есть уже спокойно вошел в игру, как бы партнеры мои, все я их знаю. Поэтому никаких проблем уже не сложилось. Люблю играть на кураже, когда все получается. Вот Сережа Маслов на первым касанием убрал защитника, вот, отдал мне пас, я пробил. То есть и опять какая-то волна атака, и болельщики поддержат, и сразу такой кураж он складывается сам. Ну, ладно, сам по себе на поле эмоциональный человек, поэтому он заводит в первую очередь себя, и от него уже партнеры заводятся. Капитан сегодня отыграл на своем уровне, очень большой объем работы сделал. Вот, и говорил, что когда я в момент передачи свело ногу, поэтому не удалось забить. Конечно, этот вечер приукрасил второй гол, вот, тем более от капитана команды. Но капитан просто чуть-чуть устал в этот момент, пробежал не знаю сколько, 40 метров там, и чуть ноги уже начали сводить. В этот момент я хотел бить, но попросту нога свела, и потом остановил, и не знаю, едва на ногах ходил потом. Но самое главное, что мы выиграли эту игру, а то, что я забил или не забил, это не важно. Я не такой бомбардир, как, например, но Анри Хагуш. Да, я увидел Младен. Я думаю, что это случайно. Не повторится никогда больше. Ну, убрал и сразу бил. Там другого, в принципе, я не подавал ничего. Любая команда, я не знаю, на нас настраивается, наверное, как на последний бой, потому что все выходят против нас с такой самоотдачей. Потом смотришь их не матчи с другими командами. И такое ощущение, что это небо и земля, как играют с нами и как играют с другими командами. Все выиграли, но мы должны от себя отходить, исходить. Мы должны свои игры выигрывать и все. На них, в принципе, смотреть не должны. Если будем все выигрывать, я думаю, у нас проблем не будет. Главное, что мы победили и двигались в правильном направлении. Хотелось бы обратиться к болельщикам, чтобы и в плохой, и в хороший момент поддерживали нашу команду родную. То есть с вами мы победим. И что бы ни случилось, будьте с нами, все будет хорошо.